порезал салат помидору, а она оказалась с проросшими зернами внутри. Даже уж не знаю, такое есть-то можно? Вот прям в помидорине? Зернышки проросли. Везде прям. В самой помидоре внутри. Прям зерна. Зерна проросли. Обычные магазинные помидоры. То ли лежала она долго. Прям с ростками. Вот такие помидоры продают у нас. Даже уж не знаю, боюсь и есть-то. Прям вся-вся помидоры, все зернышки проросли. Можно прям сажать. Вот так вот. Так специально проращивают. Это прям с помидорами. Прям все-все зернышки. Да. Такие вот чудеса. Прям все зерна. Какие полностью. Какие с ростками уже вот зелеными. Вот так вот. Такая помидорка попалась. Ну, прям росточки видно, вот. Прям в помидорине. Росток уже с листиками. Даже не знаю, есть такой можно. Кто знает, и спросите. Меня-то, ой, подскажите, можно есть такое? Прям надо же. Никогда такого не встречал, сколько живу. Прям в помидоре, не в магазинной. Да нет. Ростки прям с листьями. Лежал в холодильнике. Может, кто знает, что это такое-то. Вот так. Прям росточки. Прям настоящие ростки. Прям вот видно. С корнями уже. Вон корни уже. Внутри помидоры. Помидоры не гнилая, ничего хорошая. Если бы она гнилая была, конечно, я бы удивился бы. А тут-то, вот они прям. С листьями уже. Хорошие помидоры. Прям такие вот росточки. Обычно ростки хоть сажай их на огород. Бывает же такое. Прям аномалия. Аномалия. Еще росточек покажу его. Прям росток помидоры. И ничего, помидора не гнила, и ничего, хорошего помидора. Могу показать. Остальная половинка. Все хорошее. И ростки тоже хорошие. Ну, это я покажу еще. Вот отрезал. Вот они прям. Ну, прям семена. Прям. Вон они. Ростки из помидора. Прям ростки из помидора. Проросли. Так. Поделитесь в комментариях, может, у кого такое было. Вообще съедобная такая помидора. Вон они там все. И ничего, помидора не гнилая.
хорошие помидоры, магазинные.